Добрый день! Сейчас приготовим мы с вами салат оливье. Нам понадобится картошка, морковка. Мы их предварительно уже сварили. Будем чистить. Соленые огурцы, в данном случае квашеные, не маринованные, без уксуса. Лук белый сладкий, яйца, мяско, соответственно, майонез, горошек. Овощи будем чистить и нарезать мелкими кубиками. Примерно одного размера. Итак, картошка и морковка у нас порезаны кубиками. Мы их немножко поперчим свежим молотым перцем для запаха. Сюда же добавляем порезанные тоже кубиком отварные яйца, наше мясо. Огурцы, которые тоже порезаны. И лук, тоже мелко порезанный. Горошек еще нам нужен. Все это заправляем майонезом. И перемешиваем. Солить не нужно, потому что майонез имеет соль, огурцы имеют соль, горошек тоже слегка подсолены. Ну, кто желает, может досолить себе. Хорошо все перемешиваем, чтобы майонез Потом мы будем выкладывать тарелки для раздачи. Наше оливье готово. Приятного аппетита!